Всем привет! На канале Like Бухнуть Шоу. И меня зовут Альтер. Я наконец-то развязался и решил все-таки начать бухать. И поэтому я решил организовать встречу, где хочу собрать всех своих старых друзей и вместе снова напиться и повеселиться. Я куплю очень много алкоголя, кириешек, фисташек. В общем, ну всего-всего приготовил, всякие конкурсы, призы, короче, подарки. Будет весело, ребят, приходите, всех жду. До встречи. Все нормально, чуваки. Короче, на канале Like Бухнуть Шоу. Меня зовут Альтер, и я только что пришел с фан-встречи, на которую никто не пришел. Я вас звал. Я вообще не понимаю, в чем дело. Писали мне, типа, о, наконец-то, Альтер, бухнем. Ну и где вы были? Где вы были, когда я бухал? Я ждал. Блин. Стой, тихо. Я ждал полчаса. Не дождался. Вы никто не пришел. Ну так же нельзя. Ну нельзя так поступать. Я купил много бухла. Я рассчитывал, что придут много человек. Я подходил в баре к людям и говорил: ребят, меня зовут Альтер, давайте бухнем. Они говорили: кто? Ты кто? Мне. Я человек, который столько всего уже делал. Мне обидно было. Они меня не знали. А потом мне стало весело. Я не скрою. Я начал пить и веселиться без вас. И было круто. Ну а все. Вы вообще лохи. Ясно? И я хочу сказать, не поступайте больше так. Если вы не пойдете, не говорите. Если я вас зову, идите. А если не зову, не идите. Но вы можете позвать меня. И я пойду. Хоть куда. Только не обижайтесь. Ладно? Спасибо. Это...